decir sobre la pelea? No, que es el... ¿Qué pasó? No, es un rival duro, ¿no? Es muy veloz, tiene muy, con buenas combinaciones y bueno, y me agarró justo con un gancho al hígado. Да, такой хороший соперник, мне кажется, я его немножко недооценил. Быстрый, у него хорошие комбинации и все, что я могу сказать. Ну, теперь уже после боя он может сказать, на что он рассчитывал, ну, за счет чего он думал добиться победы? Подожди, Сир, con quién querías ganar? ¿Me entendiste, no? No. ¿Qué esperabas? De la pelea. No, esperaba otro. No pensé que era tanto. Había visto los videos, pero él es muy veloz. En los videos no se notaba tanto, pero me complicó eso y yo estaba muy fuera de distancia. Y me faltó un poco más de entrenamiento. Не важно, что я ожидал, в принципе, но вот меня сбило как бы с толку то, что он такой быстрый, ну, в принципе, на видео не так заметно, что он такой быстрый, и, ну, и дистанцию хорошо держал, и, в принципе, и мне кажется, мне чуть-чуть не хватило тренировки. Там 10. Что? Как публика. Спроси. Как Одесса, как Украина, зрители? ¿Qué puedes decir sobre el público, sobre Odessa, sobre Ucrania? No, Ucrania es muy lindo, un país muy lindo y Odessa también está, la parte que anduve es muy, muy linda. Y el público, bueno, para mí no creo que haya estado. Ну, Украина и Одесса. Ну, Украина очень красивая страна, Одесса, в принципе, очень красивый город в той части, где я находился. И, а насчет публики, то я не думаю, что она была на моей стороне. Ну и так. Очень все хорошие патриоты. Украинских девушек. А ¿qué piensas sobre las chicas ucranianas? Todas muy hermosas. Todas lindas. Очень, очень красивые девушки. Напросилась на комплимент. Если сравнивать с его, ну, предыдущими соперниками, где бы он так поставил Усика? Ну, если говорить о том, что четвертый бой у него там. А еще раз? Если сравнивать Усика с его предыдущими соперниками, потому что много было очень известных. Comparando Usyk con sus anteriores rivales, ¿dónde te ponías ponerte? ¿En qué sitio? ¿Entre Mendoza? ¿Tú? No, Kuchar no. ¿En qué rival te enfrentaste? Garay. No. Comparando... ¿En qué nivel te ves vos? De... Sí. ¿Entre todos los que él enfrentó? ¿En qué nivel te ves entre sus rivales? Superior, lo único que me faltó entrenamiento. Es, nada más eso. Мне кажется, я бы себя поставил на высокую, ну, из его соперников Усика, на достаточно высокую планку, но просто мне не хватило тренировки. Ну, если сравнивать с чемпионами мира, с которыми он боксировал, ну, есть, скажем так, задатки какие-то у Усика, ну, что позволит ему... С чемпионами мира Усик боксировал? А, если он? Да. Ну, а, он, Гарай был, Эрнандес был. Ага. Ну, есть, и компаранда con Эрнандес, con tus rivales, компаранда Усик, a ver si tiene algunos... Ох, se me olvidan las palabras. Posibilidades de ser... campeón del mundo. Sí, podría tener, sí, no. Lo que pasa es que yo con Hernández estaba bien entrenado. Fue otra pelea. Esta fue, me avisaron poco tiempo y no pude ponerme al 100%. У него хорошие задатки. Но просто если сравнивать с Эрнандесом, то я был больше подготовлен и, ну, не так, как этот бой. Там у меня было мало времени готовиться. В принципе.